Всем привет, девчонки! Мы с вами на последней тренировке третьей недели. Девятая тренировка на все тело. И, как обычно, начинаем с разминки. Поехали! Мышцы шеи. Подбородок к правому плечу. И полукруг. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6. Отлично. Растягивающее упражнение на боковую поверхность шеи и верх спины. Правая рука на левый висок. Голову наклоняем к левому, к правому плечу, чуть кпереди. И левой рукой тянемся вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Меняем. Левая рука на правый висок. Наклоняем голову и тянемся правой рукой вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Круговые движения в плечевых суставах. Плечи к ушам и назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И назад. Раз, два, три, 4, 5, 6. Хорошо. Мышцы, приводящие лопатки. Трапециевидная, ромбовидная. Поехали. Поднимаем руки до горизонта. Беремся в замочек подбородок грудной клетки. Круглой спиной тянемся назад. А руками вперед. Угу. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Супер. Растягиваем грудные мышцы, руки поднимаем, отводим руки вверх, ладони смотрят вверх, большими пальцами тянемся назад, а грудью вперед и вверх. 5, 4, 3, 2, 1. Супер, опускаем руки, разводим, ладони смотрят назад и тянемся большим пальцем назад и вверх. А грудью вперед и вверх, не допускаем переразгибания в поясничном отделе. Для этого активировали ягодицы и толкнули чуть таз вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Прямая рука вверх, сгибаем в локтевом суставе. Ладонь на позвоночник, левая рука на локтевой сустав правой. Из этого положения тянемся к срединной линии позвоночника. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И меняем руку. Левая рука вверх, сгибаем в локтевом суставе, правую руку на локоть левой. И тянемся к срединной линии. Активировали ягодицы, толкнули чуть таз вперед. Грудь выше, подбородок выше. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Стопы пошире. Левая рука на подвздошный гребень таза. Правая рука вверх. Наклоняем корпус влево. И тянемся диагонально вверх. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, меняем. 5, 4, 3, 2. Отлично. Следующее упражнение на мышцы, разгибающие позвоночник. Отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, беремся в замочек под коленями, круглой спиной тянемся вверх, подбородок грудной клетки. 5, 4, 3, 2, 1. Отличненько. И переходим к мышцам ног. Вращение в тазобедренных суставах. Загружаем левую ногу и выполняем вращение в правой. Раз, два, три, 4, 5, 6. И назад. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Хорошо, меняем. Загрузили правую. Вращение в тазобедренном суставе левой ногой. Раз,
2, 3, 4, 5, 6 и назад. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо, отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, ладони в бедра, выполняем вращение в коленном суставе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и назад. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Вращение в голеностопном суставе. Загружаем правую ножку, сгибаем левую и выполняем вращение. Угу. И назад. Хорошо, меняем. Загружаем левую, сгибаем правую. И назад. Супер, отлично. Растягивающее упражнение, поехали. Отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, ладони в бедра. Выводим правую ногу вперед на пятку. И тянемся грудью вперед и вверх, седалищными костями назад и вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, меняем. Тянемся вверх, 5, 4, 3, 2, 1, отлично, хорошо. Переднюю поверхность растягиваем, загружаем правую ногу, сгибаем левую, активировали ягодицы, толкнули таз вперед, сохраняем горизонт таза, колени тоже на одной оси, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем. Сгибаем. Берем себя за стопу. Активируем ягодицы. Чувствуем растяжение передней поверхности бедра. 5, 4, 3, 2. Отлично. Сделали. Внутренняя поверхность бедра. Стопы вместе, отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, отводим ногу в сторону, тянемся седалищными костями назад и вниз, грудью вперед и вверх, 5, 4, 3, 2, 1, и меняем, тянемся хорошо, 5, 4, 3, 2, 1, отлично. Мышцы голени, стопы вместе, загружаем правую, отводим назад левую на носок. Из этого положения активировали ягодицы, толкнули таз вперед, тянемся грудью вперед и вверх, пяткой в пол. 5, 4, 3, 2, хорошо, и меняем. Загрузили левую, правую на носок. И поехали, активировали ягодицы, тянемся вперед, а пятку с усилием давим в пол. 5, 4, 3, 2, отлично, сделали. Мы закончили с вами разминку и переходим к основной части нашей тренировки. Тренировка на все тело, как обычно у нас с вами 4 круга и сегодня 6 упражнений. Первое упражнение – это выпады по 15 повторений на ногу. Стопы поставьте в устойчивую позицию на ширине тазобедренных суставов, это значит узко. Между стопами где-то кулак. Внешние края стоп у нас параллельны друг другу, это значит, что большой палец слегка смотрит вовнутрь. Зафиксируйте резинку на середине свода правой стопы. Сейчас сделайте шаг назад так, чтобы ваш таз не сместился в любой плоскости, он должен оставаться горизонтом. То есть в сагитальной плоскости без кивка, во фронтальной плоскости без наклона право-влево и в горизонтальной плоскости без ротаций. То есть вы должны шагнуть назад так, будто бы ваше тело еще стоит на двух ногах. 99%
опоры на правой ножке. Сделали шаг назад. Начинаем движение с отведения таза назад. Лопатки приведены и опущены. Тонус нижней трети живота. Отводим таз назад. Садимся до угла 90 градусов в коленном суставе, а это не параллель, это мы как бы не доседаем. И встаем мы с вами вверх, чуть в диагональ. Опора на три точки. Пяточный бугор, точка под большим пальцем, точка под мизинцем. Поехали. Раз. Два. С выдохом выросли. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и еще 5. 4, 3, 2, 1. Отлично. Меняем ногу. Вы должны чувствовать ягодицу. Ни в коем случае не переднюю поверхность бедра. Только ягодица работает. Воздействие вообще идет на ягодицу, заднюю поверхность бедра, мышцы голени и даже внутренняя поверхность бедра прорабатывается на выпадах, но не передняя часть бедра. Поехали, сделали шаг назад, таз на месте, не сместился. И поехали вниз, вдох и с выдохом вверх в диагональ. Начинаем движение с отведения таза назад. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 5, раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Сделали. Помним, мы чередуем сейчас упражнения. Вверх-вниз, вверх-вниз. Проработали мы ягодицы, заднюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность бедра. Сейчас прорабатываем мышцы спины. Широчайшие мышцы прорабатываем, дельтовидные, двуглавая, трехглавая здесь работает, ромбовидная и трапециевидная мышца. Мы с вами делаем тягу в наклоне 20 повторений. Отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, фиксируем резинку на середине площади опоры, на середине свода стопы. Это многосуставное упражнение, работает суставы ключицы, плечевой и локтевой сустав. С выдохом подтягиваем резинку к поясу. Поехали! Начинаем движение с приведения и опускания лопаток. 20 повторений. Тонус нижней трети живота. Раз. Два. Шея, продолжение позвоночника. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, еще десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9 и 10. Отлично. Сделали. И следующее упражнение на низ тела. Проработали заднюю линию на выпадах. Прорабатываем
переднюю. И у нас с вами глубокие приседания. Помним, что мы с вами можем сесть до горизонта и ниже, когда поставим стопы пошире, то есть не будет костных соударений. Стопы пошире, устойчивое положение, лопатки приведены опущены, тонус нижней трети живота, вес тела на оси, вес тела, доп-вес на середину площади опоры, садимся до горизонта и ниже, с выдохом встаем вверх. Помню, что сейчас у нас в большей степени работает четыреглавая мышца бедра, то есть передняя. Сели и с выдохом взорвались. Сели. Два, у нас 20. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, еще десять, девять, восемь, семь, шесть. Пять, четыре, три, два, один. Отлично, сделали. И следующее упражнение на верх тела – это отжимание от пола. Девчата, если вы отжимаетесь с опорой на колени, а не на пальцы стоп, это допустимо, при том, что вы сохраняете все нюансы техники. То есть у вас лопатки приведены, опущены, тонус нижней трети живота. Вы сохраняете конфигурацию S-образную позвоночника. Делаете все правильно, угол 60 градусов, все хорошо. Но в отжиманиях с опорой на колени в большей степени, получается, задействуется нижний пучок, нижняя порция грудной мышцы. Если же вы наоборот не на колени будете опираться, а наоборот стопами будете опираться на какую-то возвышенность, даже на степ, то в большей степени будете прорабатывать верхнюю порцию грудной мышцы. Поэтому да, можно так отжиматься, но все же учитесь отжиматься с опорой на пальцы стоп. Так, поехали. Угол 60 градусов. 10 отжиманий от пола. Помним, лопатки, спина. Мы как струна опускаемся вниз и с выдохом вырастаем. 10 повторений. Вниз. Раз. Вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять и десять. Отлично. Остаемся на коврике. У нас с вами сгибание голени, которое проработает как мышцы голени, так и мышцы задней поверхности бедра. Ложимся. Лопатки приведены и опущены. Лоб можно опустить в пол. Шея – продолжение позвоночника. Прижали таз к полу, активировали ягодицы. Из этого положения выполняем сгибание голени. С выдохом. Стартуют у нас мышцы голени и передают нагрузку на двуглавую мышцу бедра. Три. 20 повторений. Четыре. Пять. Шесть, семь, бедра вместе, голени вместе, восемь, сжали, девять, десять. Сжимая бедра и голени, вы в большей степени активируете работающие наши мышцы.
Еще 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще разочек. Отлично. И дополняем наше упражнение сгибания голени сгибанием стопы. Берем гантели и начинаем подниматься на носки. Выполняем сгибание стопы. 20 повторений. Как обычно, вверх мы взрываемся, а вниз опускаемся с торможением. Поехали. И вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, еще 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Медленно. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Хорошо. Сделали. Закончили первый круг. Пьем воду. Отдыхаем и переходим на второй. И начинаем с выпадов. С выпадов с правильной техникой. Берем резиночку, либо дубвес. Встали, стопы узко. Чуть-чуть вовнутрь. Шаг назад на носок. Вес тела у нас на правой ноге. Фиксируем резинку. Движение начинается с перемещения таза назад. И поехали. Перемещаем таз назад. Сгибаем колено под углом 90 градусов. И на выдохе вырастаем вверх, чуть вперед. Вниз. Два. Вниз. Три. Вниз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще пять. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Меняем. Меняем ножку. Зафиксировали. Шаг назад на носочек. Чуть-чуть косолапим ногу. И поехали. Отводим таз назад. Тонус нижней трети живота. Лопатки переведены, опущены. Выросли вперед в диагональ. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще пять. Раз, два, три,
4, 5. Отлично. Те же приседания, но только на одной ноге. За счет того, что мы стабилизируем, включаем в работу в большей степени верхнюю порцию ягодичных мышц. Средняя и малая здесь работает. В приседаниях такого нет. В приседаниях мы не стабилизируем на одной ноге. Мы устойчиво встали на две ноги и начинаем выполнять. Тут же мы постоянно вынуждены стабилизировать верхней порцией. Так, у нас с вами тяга в наклоне. Стопы на ширине таза. Фиксируем резинку на середине свода стопы. Наклоняем корпус вперед за счет отведения таза назад. Из этого положения на выдохе начинаем движение с приведения и опускания лопаток. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Отлично. Фух. У нас получается 4 многосуставных упражнения тут. Выпады многосуставные. Стяга в наклоне многосуставное. Отжимания тоже. Приседания глубокие. А потом идут 2 односуставных. Так. У нас с вами приседания. Мы сделали тягу. Приседания. Глубокие приседания. Помните, если ваши голени заваливаются вовнутрь, вам нужно просто поднять большие пальцы вверх. Так как мышца, разгибающая большой палец, потянет чуть вниз малоберцовую кость, которая зафиксирует ваш голеностопный сустав и не даст этому завалу происходить. Если же вы при приседаниях отрываете пятки от пола, то есть садитесь как-то так, то вам нужно перед подходом растягивать мышцы голени. То ли так, в таком положении также растягиваются мышцы голени, задняя поверхность и ягодица. То ли так, только мышцы голени. Вот. Так что, девчата, у кого отрываются пятки, быстренько выполняем растягивающее упражнение на мышцы голени. А у кого заваливается чуть колено, помним, что сели, встаем, поднимаем пальцы на себя, встали. Сразу завал уберете. Поехали. 20 приседаний. Стопы пошире. Проецируем доп. Вес на середину площади опоры. Тонус нижней трети живота. Лопатки приведены и опущены. И мы с вами садимся ниже горизонта. Включаем в работу четырехглавую мышцу бедра. Сели и с выдохом выросли. Раз. И два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, еще десять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Отлично. Сделали. И отжимание от пола. Отжимание. Так. Угол. Помним.
Касаемся пальцами кончика уха. Раз, два. И поехали. 10 повторений. Сразу животик подтянули, лопатки опустили. Смотрим в пол. Шея, продолжение позвоночника. И поехали вниз и с выдохом вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сделали. Отлично. Остаемся на коврике. У нас с вами сгибание голени. Прорабатываем голень и заднюю поверхность бедра. Зафиксировали гантель стопами. Сразу активировали ягодицы. Прижали таз к полу. Бедра вместе. Голени вместе. Стопы, понятное дело, вместе. Потому что мы держим гантель. И поехали. 20 сгибаний голени. Лопатки приведены и опущены. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, еще десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять и десять. Отлично. Встаем, дополняем наше упражнение сгибанием стопы, так как движение сгибания голени инициировала сама же голень. Нам нужно добить ее сгибанием стопы, доработать. Поехали. Взрываемся и опускаемся с торможением. 20 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, еще десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И 10. Хорошо. Сделали второй круг. Пьем водичку. И переходим на третий круг. Отдыхаем. Начинаем с выпадов. Я думаю, что уже каждый из вас словил эту технику, как правильно выполнять и как максимально включить в работу ягодицы. Берем резиночку, фиксируем на середине свода стопы. Узкая постановка, чуть вовнутрь. Шагнули назад на носок, 99% веса на ноге спереди. Лопатки приведены, опущены. Тонус нижней трети живота. Сохраняем горизонт таза во всех плоскостях. На вдохе.
Начинаем движение с отведения таза назад. Садимся до угла 90 градусов. И на выдохе вырастаем вверх в диагональ. И поехали. 15 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, еще пять. Раз, два, три, четыре и пять. Хорошо, меняем ногу. Зафиксировали резинку, шаг назад на носок и поехали. Начинаем движение с отведения таза назад. Раз, два, три. Встаем в диагональ. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, еще пять. Раз, два, три, четыре и пять. Отлично. Ягодицы горят. Фух, сделали. И следующее упражнение – это тяга в наклоне. Так, зафиксировали резинку. Кстати, резинка действительно универсальная. Я, если работаю в домашних условиях, то всегда с этой резинкой. У меня минимальное сопротивление 11-29 килограмм. Я с ней и подтягиваюсь, ягодицы качаю, и спину. Да, руки с ней не прокачаешь, она жесткая. Но вот спина и ягодицы – это просто. Она стоит, не знаю, ну, недорого. Это Gym Beam. Если вам нужна ссылка, то заходите в мой инстаграм. У меня в профиле есть активная ссылка. По ссылке в описании можно будет приобрести эту резиночку. Так, поехали. Тяга в наклоне. Отводим таз назад. Корпус идет вперед. С выдохом начинаем. Приведение опускания лопаток, тянем гантели, штанга, что у кого есть, тянем доп вес к поясу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, еще десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Отлично. Следующее упражнение. Приседания глубокие. Выполняем глубокие приседания. Стопы пошире. Лопатки приведены и опущены. Тонус нижней трети живота. Садимся глубоко, до горизонта и даже ниже. Поехали. 20 повторений. Сели и с выдохом. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще десять. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отлично, ложимся. У нас с вами отжимания от пола. Пот просто течет. Ложимся. Так, угол. Отмерили 60 градусов и приняли упор лежа. Зафиксировали. Лопатки приведены, опущены. Тонус нижней трети живота. И поехали вниз. И с выдохом. Раз. Вниз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сделали. Остаемся на коврике. Выполняем сгибание голени. Фиксируем гантель между стопами. Голени вместе, бедра вместе. Лопатки приведены и опущены. Активировали ягодицы, толкнули таз в пол. И поехали. Сгибание голени. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще десять. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Дополняем сгибание голени сгибанием стопы. Дорабатываем мышцы голени. Вверх взрываемся. И вниз с торможением опускаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Сделали. Закончили третий круг. Отдыхаем и идем на последний четвертый круг. Пьем водичку. Хорошо. Еще отдыхаем, готовимся на четвертый круг. Фух.
Вдох носом и выдох. Вдох. Ребра через стороны. Вперед. И выдох. Еще раз вдох. Хорошо. Переходим на последний четвертый круг. Выпады. Фиксируем резинку на середине свода правой стопы. Завернули чуть внутрь. Сделаем шаг назад без смещения таза. Вес тела на правой ноге. С выдохом начинаем движение с отведения таза назад. И выросли. Вниз. И с выдохом выросли. И поехали. 3, 4, 5. Вес тела на правой ножке. Нога сзади только для баланса. 6, 7. Не доседаем немножечко, не доседаем. 5, 4. Встаем вверх, диагональ. 3, 2, 1. Отлично, меняем ногу. Зафиксировали. Шаг назад на носок. И поехали. Лопатки приведены и опущены. Тонус нижней трети живота. Отводим таз назад. И встаем вверх, диагональ. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 5, 5, 4, 3. 2, 1. Отлично. Супер. Отдыхаем. И следующее упражнение. Тяга в наклоне. Воздействие. Трапециевидная, ромбовидная. Это мышцы, которые как раз-таки приводят лопатки. Широчайшие мышцы дельтовидные. Двуглавая, трёхглавая мышцы плеча. Поехали. Тяга в наклоне. Поехали. Фиксируем резинку, доп. Вес. Все, что есть у вас. Гантели, гиря, штанга. На середину площади опоры. Отводим таз назад, наклоняем корпус вперед. И с выдохом начинаем движение с приведения и опускания лопаток. Тянем доп. Вес к поясу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сохраняем S-образную конфигурацию позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И хорошо, 10. Отлично. Глубокие приседания. Стопы пошире, чтобы сесть поглубже. Опора на 3 точки. Пяточный бугор, точка под большим пальцем и точка под мизинцем. Доп. Вес, как всегда, проецируем на середину площади нашей опоры. Лопатки приведены и опущены. Тонус нижней трети живота. Садимся ниже горизонта.
Поехали. 20 повторений. Сели и с выдохом встали. Также начинаем движение с активного перемещения таза назад. Сели. 2. Сели. 3. Сели. 4. Сели. 5. Сели. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Есть! Сделали. Следующее упражнение – это отжимание от пола. Помним, если опора на колени, то в большей степени прорабатываете нижнюю порцию. Если опора на возвышенность, то есть на степе стоят ваши ноги, то в большей степени прорабатывайте верхнюю порцию грудной мышцы. Так, поехали. Помним угол, плечо, корпус 60 градусов. 10 повторений, лопатки приведены, опущены. Тело как струна, тонус нижней трети живота. И поехали. Вдох, опускаемся вниз. Выдох. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Сделали. И начинаем с вами упражнение сгибания голени. Зафиксировали гантель между стопами, голени вместе, бедра вместе, лопатки тоже вместе привели, опустили. Таз толкнули в пол, активировали ягодицы и начинаем сгибать голень. Смотрим также в пол, шея, продолжение позвоночника. Раз. И вниз. Два. И вниз. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И 10. Еще 10. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отлично, сделали. Встаем, дорабатываем мышцы голени. Сгибаем стопу, стоя. Поехали. Последнее упражнение. С выдохом. Взорвались, с торможением опустились. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
и 10. Еще 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Хорошо. Сделали. Закончили последнее упражнение. Последний круг. Пьем водичку и переходим к заминке. Давайте сделаем несколько вдохов-выдохов. Восстановим дыхание. Вдох, раскрылись. Помним, дышим ребрами. И выдох. Раз. Вдох. И выдох. Два. Вдох. И выдох. И еще раз. И выдох. Хорошо, отлично. Давайте потянем мышцы спины. Ручки до горизонта вверх, в замочек. Округлили спину, подбородок к груди. И тянемся. Пять, четыре, три, два, один. Правую ножку на носок и руки толкаем влево. Тянемся, тянется вся боковая часть. Широчайшие, межреберные. Пять, четыре, три, два. И в другую сторону. Левая ножка на носок. Колено как бы к себе. И тянемся. Угу. Пять, четыре, три, два. Отлично, хорошо. Супер. Отводим таз назад, наклоняем корпус вперед, руки в бедра. И правая нога на пятку вперед. Тянемся грудью вперед и вверх. Седалищными костями назад и вниз. Угу. Пять, четыре, три, два, один. Отлично, меняем. Пять, четыре, три, два, один. Хорошо, внутреннюю поверхность бедра подтянем. Стопы вместе, таз назад, руки в бедра. Отвели ножку и тянемся седалищными костями назад. Грудью вперед и вверх. Пять, четыре, три, два, один. Меняем. Пять, четыре, три, два, один. Хорошо. И переднюю поверхность бедра также выполним растягивающее упражнение. Фух, поехали. Загрузили левую, сгибаем правую, подтягиваем стопу к себе. Таз толкнули, ягодицы активировали. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Сгибаем левую, загрузили правую. Угу. Пять, четыре, три, два, один. Отлично. Так, девчата, мы с вами закончили уже 9-ю тренировку. Под концу подошла уже, у нас получается 3-я неделя. И мы с вами увидимся в понедельник. Откроем 4-ю неделю тренировок. И начнем, как обычно, с тренировки на нижнюю часть нашего тела. Ну а на сегодня уже все, и мы скоро увидимся.